А что вы знаете о традициях поморской кухни? Когда и сколько раз в день принимать пищу? Что подавать на первое, а что на второе? Как вести себя за столом? Традиции у каждого народа свои. Коренное население побережья Белого моря также имело свои правила выти или трапезы, о которых мы сегодня и поговорим. Так, например, каждый член семьи знал свое место за столом. Перед каждым ставилась своя миска и клалась деревянная ложка. Хозяйка приносила из кладовой каравай и нарезала его стоя. Как говаривали в старые времена, ранее хлебушка, сиже не резали. Каждый по очереди получал свой кусок. Уху, либо щи, а также творог и молоко раскладывали в миски по старшинству. Рыба, из которой варили уху, выкладывалась на деревянный поднос и ставилась на середину стола. Каждый член семьи мог утащить себе рыбы с того края, который находился ближе к нему. Тут было без выбора. Молоко из крынок прихлебывали ложками. Во время поста заменяли квасом. Начинать есть можно было исключительно после молитвы и по сигналу старшего. Старший стучал ложкой по краю миски или по столешнице. Во время еды запрещались всякие разговоры, а уж тем более баловство. Если сунешься за едой без очереди или разбалуешься, получишь щелчок ложкой по лбу. Завершая трапезу, обязательно необходимо было поклониться старшему, а только потом отправляться по своим делам. Основной едой простого человека в Поморье считались рыба, каша, блюда из репы, редьки и картофеля. Всякой рыбе в Поморье было свое назначение. Навага шла на уху. Камбалу и ерша запекали в рыбнике, отваривали солеными и ели мочок. Хлеб окунали в горячий рыбный отвар с разварившейся рыбой. Зубатку ели во всех видах – свежей, отварной и запеченной. Сиги и палтусы в поморских семьях бывали по праздникам. А вот треска считалась хозяйкой. Была присказка – трещочки не поешь, так и не поработаешь. Ее варили свежей и соленой, запекали в молоке и твороге, с кашей и картошкой. Рыба кормила поморские семьи круглый год. Люди говаривали, была бы рыбка, а хлеб будет. Они рассчитывали, что смогут на деньги от выловленной рыбы купить муки и испечь хлеб. На наших малоплодородных землях зерна много не вырастешь. Какие же блюда из рыбы готовили на поморской земле? Разнообразные холодные закуски, рыбный студень и тельная. Рыбу измельчали, добавляли лук, яйца, заворачивали месиво в тряпочку и отваривали. Могли подавать как холодным, так и горячим. На печоре рыбу квасили. Вот откуда пошло выражение «рыба печорского посола». Из супов самой распространенной была уха. Поморы называли ее юшкой. В богатых домах в рыбный бульон могли добавлять шафран и другие специи – корицу, перец, гвоздику. Однако самой северной считалась молочная уха. В Архангельске варили уху с тресковой печенью, в Онеге – с солеными рыжиками. Нравилась поморам и рыба, приготовленная в печи. Она становилась мягкой и нежной, потому что рыбьи косточки распаривались. В рецептах русской кухни можно встретить даже рыбу, запеченную в огуречном рассоле. Подавалась такая рыба с картофелем и солеными огурцами. Еще одним популярным у северян продуктом были грибы. Их ели солеными, вареными, запеченными, жареными. Практически в каждом доме висели черные бусы из сушеных грибов, а в каждом погребе стояла кадушка с засоленными рыжиками. У северных крестьян в охотку шли белые грибы, грузди и рыжики. Начинали собирать грибы в конце июня, а заканчивали ближе к заморозкам.
Если урожай был богатый, грибами уплачивали подать и меняли их на нужные предметы быта. Вы удивитесь, но из грибов делали икру, с ними варили щи и молочный суп, и даже запекали грибы в тесте. В одной из северных деревень была такая частушка. «Картошка, картошка, какая тебе честь! Кабы не было картошки, чего бы стали есть?» Это сейчас мы не представляем северную кухню без картофеля. Но было время, когда люди сопротивлялись его разведению и с опаской относились к употреблению картофеля в пищу. Плотно картофель вошел в жизнь северян только в начале 20 века. До этого его заменяли другие овощные культуры, такие как репа, редька и капуста. Из репы варили щи, на праздники пекли пирожки, а для детей делали ириски, вяленицу. Капуста получила широкое распространение у северян благодаря своей способности сквашиваться и долго храниться. «Щи – всему голова», – говорили люди. Щи делились на богатые – с мясом, и постные – без. Богатые щи в большинстве домов ели только по праздникам, так как мясо стоило дорого, а постные были в рационе постоянно. Про них говорили: «Щи хоть кнутом хлещи, а мяса не найти». Профессионалы, изучающие северную кухню, отмечают, что в отличие от рыбы, мясо занимало незначительное место в пище поморов. Его могли позволить себе только богатые люди, и то не везде. Коровы вообще считались кормилицами, поэтому их всячески оберегали, резали только выбракованных животных. В почете у северян была дичь. Куропатки, рябчики, тетерева, утки и зайцы. Зайчиком называли даже самый сочный кусок говяжьей вырезки. Поговорим о каше, о матушке нашей. Люди говаривали: «Нет щей, так кашицы побольше лей». Каша сопровождала человека от рождения по гробовую доску. На родины и крестины варили кашу. Ни один брачный пир не обходился без каши. И даже на поминках подавали сладкую кашу – кутью. Когда гости приходили отмечать крещение ребенка, то каждого угощали крестильной кашей. Отведав ее, гости обязаны были подать денежку. На севере, где не было большого разнообразия круп, варили кашу-водяняшу из ячменной муки. Кашу из печи выкладывали ложкой на стол в виде катышков. Каждый брал в руки катышек, макал его в конопляное масло, простоквашу или толокно. Из толокна делали сухомес, невареную кашу. Она была сытной, но невкусной. Подавали сухомес обычно в бедняцких семьях, отмечая, как правило, Великий пост. В дни поста кашу варили на воде, в обычные дни – на молоке. К молоку северяне относились очень уважительно и расходовали его экономно. Пить молоко кружками было разрешено только детям. Взрослые же хлебали молоко из крынки ложками по очереди. Из молока делали сметану, масло и творог, добавляли в яйца и варили яичницу. «Хлеб – всему голова. Худ обед, коли хлеба нет», – гласит народная мудрость. Для крестьян хлеб всегда был кормильцем и считался Божьим даром. Любая работа от посева зерна до выпечки каравая – это целый ритуал. На севере в основном пекли ржаной хлеб. Там же, где рожь сеяли редко, пекли ячменный. Рыбакам, уходившим на дальний промысел, пекли пресный хлеб и лепешки, а также давали с собой сгибни – хлебцы из кислого ржаного теста. Пшеничная мука была почти недоступным для северян товаром. Ее покупали, как правило, для праздничной стряпни. Известно, что на свадьбе пекли каравай из ржаного теста. Когда же на свет появлялся младенец, всем родным обязательно посылались пироги или пряники, калачи или сухари. Что будет послано, зависело от достатка семейства. Во все последующие дни рождения ребенка по родным разносились именины – пироги, калачи или крендели.
Если день рождения отмечался, гостям непременно подавали кулебяку – самый распространенный пирог на севере. Пекли кулебяки с лещом или щукой. Их брали с собой на сенокос и на жатву, подавали к праздничному столу. Вторым по популярности выпечным изделием в Поморье была шаньга – круглая невысокая булочка. Особое место занимали блины. Они и пекутся быстро, и также быстро съедаются. В обычные дни пекли скородумки, а вот по выходным и праздникам – хожалые блины на дрожжах. Во время поста пекли блины на воде. Их ели с солеными грибами, постной рыбой, квашеной капустой или ягодами. В праздничные дни на свадьбы и поминки блины замешивали на молоке и ели их со сметаной и маслом. Особенно много блинов пекли на масленицу. По праздникам северяне баловались пирогами. Стряпали их с репой, капустой, грибами, кашей и ягодами. По весне заворачивали жаворонков с глазами-изюминками. На Пасху пекли куличи. Любимым лакомством детей северян были козули. Они не похожи ни на один фабричный пряник. Холмогорские и мизинские козули пекли из ржаного теста, вылепливая фигурки оленей, коров или коней. В мизине пекли плоские козули. Тесто раскатывали тонкой длинной лентой и сворачивали разными рисунками. Это могли быть птички, лотосы и просто какие-нибудь волны. Но самые любимые, пожалуй, козули архангельские из пряничного теста. Они вырезались железными формами и украшались сахарной глазурью. Начинали печь козули еще в октябре, а уж к декабрю эти пряники заполоняли рынок. Точное происхождение козули выявить довольно трудно, однако можно сказать о том, что единожды попробовав это северное чудо, хочется еще и еще. Если говорить о напитках, то долгое время на севере был популярен сбитень, напиток на подожженном меду с пряностями и травяные чаи из листьев земляники, малины и ароматной мяты. Также заваривали смородину, цветы липы, чабрец. Но со временем эти напитки вытеснил китайский чай и так прижился на русском севере, что занял главенствующее место среди напитков. Чай душу греет и жажду утоляет. Без него ни один вопрос не решается. Кипяток для чая, естественно, должен быть из самовара, ведь самовар позволяет налить в кружку воды без накипи и поддерживает температурный режим. Деревенский дом без самовара холодный и пустой. А стоит зашуметь самовару, наполнится он уютом и теплом, пойдет неторопливая беседа и скажет шутливая хозяйка гости: «Давай-ка, пей цай, моци, колоци, да сахар волоци». А к чаю гостеприимная хозяюшка обязательно подаст калачи, ватрушки и шанишки, и непременно варенье. Какой же без него на севере чай? Еще один традиционный напиток – квас. Он способен утолять жажду, освежать в жару и тонизировать организм. Из чего только его не готовят – из ржаного хлеба и сухарей, на молоке и меде с пряностями, даже из ржаной муки и исландского мха. На севере в основном готовили солодовый квас из ячменя и ржи. Среди обрядовых напитков был кисель – ягодный или овсяный. На свадьбе он вместе с блинами означал конец пиршества, поэтому назывался разгоняем. На поминках подача киселя тоже означала конец застолью. Кушанья делились на будинные и праздничные, постные и скоромные. Во время поста на пинежье питались пустоваром, пустыми щами из ячной муки или крупы на воде. Ели тюрю, ржаной хлеб, замоченный в воде или квасе с солью. Каждодневной пищей считалась уха. Ее называли селянкой или щербой. Также рыбу ели соленой, сушеной или даже просто замороженной. Из грибов варили грибницу или грибовницу. Существовала похлебка из репы – репница.
Вареная репа, мятая с квасом. Пользовался популярностью картофель. Его ели отварным, печеным на углях, либо в золе. Вдобавок шла изрубленная и залитая квасом капустка, которой иногда добавляли лук. Похлебка из гороха с добавлением крупы именовалась горошницей. Северные хозяйки пекли пироги из всего, что находилось под рукой. Рыбники, ягодники, капустники и гороховники. В почете были шаньги и калитки, а также сочни, тонкие пресные лепешки из печи. Скоромной пищей стала для северян треска, жареная в молоке или масле, а также другие виды рыбы, запеченные в яйце с картофелем. Любили поморы и говяжьи щи. Это суп на мясном бульоне с горстью овсяной муки и добавлением рубленной капусты. В белые щи добавляли ячную крупу и обильно заливали сметаной. На второе могли подать бычачье жаркое и саламату – жирную кашу с говяжьим салом. Грибы свежие и соленые в сметане и масле. Заливное из коровьих ног, головы, губ и ушей. Жареные кишки с начинкой из крупы. Молоко подавали как отдельное блюдо с различными ягодами. Стоит отметить, что в основном крестьяне питались внутренностями рогатого скота, а мясо, лучшие филейные части, распродавались на сторону, более богатым людям. Одним из главных напитков был житный квас. Говаривали, что в хороший год квас можно найти у самого беднейшего крестьянина. В праздничные дни меню не сильно отличалось от будничного, только что количество блюд на столе было больше. Прибавлялась полтусина свежая и испеченная, каша из пшена, гречихи и перловки, овсяный кисель. Также существовала традиция по праздникам печь ржаные калачи из заквашенного или пресного теста. Калачи сначала отваривали, а затем отправляли в печь. Такие калачи посылали в качестве гостинцев. Праздничным напитком считалось пиво. Люди перегащивали друг у друга, и в каждом доме им предлагали пивной стакан или братину. Питание жителей Поморья было разнообразным за счет обмена продуктами, который производился на ярмарках. В одном только Красноборске проходило как минимум 6. Торговать было чем. Холмогорцы славились маслоделием и сыроварением, жители Ненок с солеварением. Пенежане имели доход с живого рогатого скота, а также мясо, сало и масло. Те, кто жил по берегу моря, привозили рыбу, миногу, треску и навагу. Самый изысканный стол накрывался во время больших религиозных праздников – на Рождество, Троицу и Пасху. В такие дни каждая хозяйка обязана была выставить гостям груду масляных шалек и разнообразных пирогов, а также несколько блюд из рыбы, мяса, дичи. Вот вы и узнали, какие продукты и блюда были популярны среди жителей Поморья. А если вам захочется еще больше пополнить свои знания, мы ждем вас в привокзальной детской библиотеке номер 8 за книгой Людмилы Черемухиной «Северная кухня».